случая, когда Биг Смоук прямо намекнул о своем предательстве. На самой первой миссии Карл приехал в свой родной дом и нашел фотографию матери. В этот момент Биг Смоук влетает сбитый, приняв Карла за Бора. После Смоук узнает Карла и сообщает ему о смерти мамы и швыряет биту прямо на фотографию матери Карла. И вообще, что делал Биг Смоук в доме Джонсонов, когда все были на кладбище? Дом, где живет Биг Смоук, расположен на территории банды Баллас. В одном из диалогов Карл спрашивает, почему Смоук переехал с Гру. Он отвечает, что якобы получил наследство от своей тетушки, поэтому и решил съехать. И странно, что дом стоит на вражеской территории, и его там почему-то не трогают. Частые посещения Темпани и Паласки в доме Биг Смоука. Это можно заметить на многих миссиях со Смоуком. Смоук вел с ними какие-то дела, и это уж точно должно было насторожить Карла. На канале много всего интересного, подписывайся.